Дорогие друзья, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И хотя снега абсолютно нет, я все-таки надеюсь, что он появится и порадует нас хотя бы в новогоднюю ночь и создаст ту атмосферу волшебства, которую мы ждем целый год. Осталось всего парочка дней, и мы закроем страницу 2019 года. А с ним и все события, серьезные, смешные и не очень, которые произошли с каждым из нас в уходящем году. Для меня это был сложный, насыщенный, продуктивный год. Я многое очень узнала. Были ошибки, были достижения. У меня появился и вырос огромный рыжий кот. У меня появилась масса интересных мыслей, которыми я хочу с вами делиться в новом 2020 году. Ваше внимание, ваши вопросы, ваши лайки и ваши дизлайки, они тоже были, помогли мне расти и найти свое место в сетевой моей любимой индустрии, в нише экологии жизни. Поэтому, если вам близка тема экологии здоровья, а если вы смотрите мой канал, то значит близка. Экология дома, экология сознания, наконец, то смотрите мой канал, будет очень интересно. Спасибо вам, что вы были со мной весь этот прошедший год. Спасибо, что вы поддерживали меня, помогали, согревали, давали силы идти дальше. Я желаю вам в новом году добра, любви, понимания, креатива, всего того, что дает нам силы и желание не стоять на месте и воплощать в жизнь свои мечты. Пусть все будут здоровы и счастливы именно тем счастьем, которое они себе желают. До встречи в новом 2020 году. Ваша Ольга Полякова.